Аукцион по продаже права аренды земельных участков состоялся в областном центре в онлайн-формате. Все желающие подключались к конференции в приложении Zoom и предлагали свою цену. О количестве реализованных лотов, а также о том, какие из них были самыми популярными, в следующем материале. Граждане, которые подали заявки на участие в торгах, получили уведомление и онлайн-приглашение. Для того, чтобы предложение каждого было услышанным, участников разделили на небольшие группы – по 5-10 человек. Участки, предлагаемые для аренды, были разными. В основном территории под небольшие павильоны и рекламные билборды. На торги также были выставлены участки для производственных баз до 1 гектара. Продажа была осуществлена в общем на сумму порядка 12 миллионов 890 тысяч тенге. В среднем где-то было порядка 300 тысяч за участок. В общем, на данный аукцион было выставлено 44 земельных участка на территории Павлодара, 37 из которых было успешно реализовано. Как минимум два участника должно быть подать заявку на лот, чтобы его можно было выставить на торги. Вот заявки принимались до 10 часов 2 декабря 2020 года. Соответственно, по тем лотам, где было подано менее двух заявок, либо ни одной заявки, торги по ним не проводились. Организаторы отмечают, что, несмотря на непривычный онлайн-формат, как для них самих, так и для участников, торги прошли успешно. Конференции в Zoom стали хорошей альтернативой офлайн-аукционам, ведь благодаря новым технологиям потребности населения и бизнеса в земельных участках удовлетворяются в полном объеме. Ергали Рамазанул, Даулет Кошкербаев, Ертыс Акпарат.